Хорошо, хотя бы не в Новый год. Это уже, за это уже спасибо. Хотя бы немножко дали подышать. Плохо, что в январе. Потому что в январе и так просадка всегда стабильно 20-30%. А QR отнимут еще, в лучшем случае, 50-60. Вот, то есть, ну, итого, весь январь, в принципе, работать смысла будет мало. Сразу сказывается недостаток в заработной плате. Также неудобно добираться до дома после этого. Очень много минусов после этого стало. С QR-кодами очень много отказываем гостям. И, к сожалению, считаю, что это бесполезная абсолютно вакцинация, которую уже сделали принудительной. До этого вроде как говорили, что можно вакцинироваться, можно нет. Впоследствии, грубо говоря, отняли права человека заходить в торговые центры и тому подобные заведения.